Хорошо, что ты отъехал. Да. Вот это я вовремя, конечно. Все, пиздец. И здесь не получится. Поехали. Всі візьмуть участь перекладачка Романа Ярослава Стріха, кураторка літературних програм Оксана Щур та журналістика у Центрі візуальної культури Версії Олега Магоматі. Ось кіно, теорії, практика. Ах ты, бах! Ёбаный в рот. Вот это случайно. Ну то есть вот такие большие выборы, да? То есть не депутатские выборы. Вот здесь другой аспект. То есть да, здесь народ уже не пойдет на выборы. Ну и опять же, смотря какие выборы будут. В году Мария Васильевна Октябрьская родилась. Это гвардии сержант, это механик-водитель танка, боевая подруга, герой Советского Союза. Посмертно получила. Ее не стало 15 марта 44-го. Объяснялись, ушли в единство деревенского. Где-то по 71-му. Да, но вдруг... Заткнись. Что вы делаете? Я. Заткнись, черт тебя побери. Будет в порядке. Услышал я голос Элизабет. Я отнес стрелку в фургон. Она ударилась о борт и несколько лампочек разбилось. Остальные лопнули, когда я бросил на нее стальную... А ты что творишь? Покончил. Давай, давай, давай. Бонусы. Это ты... А ты не видишь знак? А ты не видишь знак? Да, вот будут, там хоть не будут. Я видел.
знаешь, им уже неинтересно вообще. Совсем это неинтересно. Да? Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что, да, безусловно, ты не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке, особенно... Блять, что Сейчас влепится в машину. Я не хочу. Это бёр. Оба-на. Не-не-не. Ё-моё! Чё, не смогли остановиться? Жесть! Катю сразу быстро.